Патриотический концерт прошел на площади у Дворца молодежи. Стояла хорошая летняя погода, которая позволила всецело насладиться военными песнями и танцами. Организаторами мероприятия стали первичная профсоюзная организация Смоленской станции, молодые атомщики, поисковый отряд «Обелиск», военно-патриотический клуб «Черные береты» и юноармейцы. Десногорцы с удовольствием приняли участие в праздничных мероприятиях. У полевой кухни выстроились очереди желающих отведать солдатской гречневой каши и сладкого чая. Работал поисковый музей «Выездная композиция». У горожан была уникальная возможность рассмотреть вблизи и сфотографироваться на фоне боевой армейской техники и бесплатно получить распечатанную фотографию. Каждый мог собрать и разобрать военное оружие Великой Отечественной войны и современные автоматы. Дети играли в зарницу, на многочисленных этапах они лазали по паутинке и на канате, учились оказывать первую медицинскую помощь и ходили по полосе с металлопоиском. Взрослые в это время наслаждались танцами и песнями, которые никого не оставили равнодушным. Я обожаю праздник 9 мая. Это всегда теплый, трогательный день. Сегодня прекрасная погода. Очень много народу собралось, жителей города, что очень приятно. И такой прекрасный концерт создается каждый год, что спасибо большое организаторам. Всем здоровья и удачи. 9 мая – это праздник, который коснулся каждой семьи, который невидимой нитью объединяет целые народы и поколения. Наши предки стояли насмерть за свою семью, за свой дом, за свою родину. И сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря которым мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей. Благодаря им, нашим героям, отдавшим все силы для победы, мы строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне. Здравствуй, мама! Возвратись, мы не все босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы расшагали, пол земли этот день мы приближали, как могли.